25 по 27 сентября в Центре спортивной подготовки «Ялтызай» прошел летний чемпионат Республики Татарстан среди лыжников-гонщиков. На соревнования приехали более 150 спортсменов из 18 районов республики. По итогам соревнований воспитанники спортивной школы имени олимпийского чемпиона Федора Симашова показали хорошие результаты. Среди юниорок на дистанции 5 километров в свободном стиле Полина Лобастова заняла второе место, Анастасия Утиганова – третье, и на четвертом и пятом месте Ибрагимова Ирина и Зубарева Дарья. Среди старших девушек отличились лыжницы Поспелова Мария и Валиахметова Альбина, а также Валиулина Алина. Среди старших юношей на дистанции 10 километров в свободном стиле Максим Коронов занял второе место, в кроссе на дистанции 3 километра среди юниорок Ирина Ибрагимова заняла третье место. Среди старших девушек Валиахметова Альбина на втором месте и Антон Стрелков также на втором месте среди юниоров на дистанции 6 километров. По итогам соревнований сборная команда Заинского муниципального района заняла второе общекомандное место. Елена Маврина, Денис Ипатов, новости Татарстана.